Стивен Спилберг представляет. Фильм Роберта Земекиса «Назад в будущее». В главных ролях Майкл Джей Фокс, Кристофер Ллойд, Леа Томпсон и другие. Дома Брауна больше нет. Октябрь – месяц перемен. Знаете, салон Статлер Тойота предлагает вам лучшее предложение для покупки. На весь модельный ряд 1985 года. Вы не найдете лучшей машины, за лучшую цену, с более лучшим сервисом нигде в Хилл-Вейли. Салон Статлер Тойота в самом центре Хилл-Вейли. Сенат намерен проголосовать по этому вопросу сегодня. К другим новостям. Руководство Тихоокеанского института ядерных испытаний опровергло слухи о пропаже плутония, который, по нашим сведениям, был похищен из хранилища 2 недели назад. Группа ливийских террористов взяла на себя ответственность за эту предполагаемую кражу. Как бы то ни было, сейчас руководство утверждает, что имела место бюрократическая ошибка. ФБР, работающий над этим делом, от комментариев отказалось. Композитор Алан Сильвестри. Оператор Дин Канди. Эйнштейн. Эй, док. Док. Эй, есть кто-нибудь дома? Эйнштейн, иди сюда, дружок. Да что такое? Ну вообще. О, господи. Тихий ужас. Плутоний. Перегрузка. Продюсеры Боб Гейл и Нил Кантон. Рок-н-ролл. Алло, Марти, это ты? Док, ты где? Слава богу, я нашел тебя. Приезжай сегодня ночью в 1:15 к универмагу «Две сосны». Я совершил прорыв. Мне нужна твоя помощь. 1:15 ночи? Док, в чем дело? Где ты был всю неделю? Работал. Эйнштейн с тобой? Да, он тут. Ты целую неделю не притрагивался к своему оборудованию.
Мое оборудование, вспомнил Марти, не включая усилитель на полную. У него небольшой запас перегрузки. Ага. Ну что? Ладно, увидимся ночью. Только не забудь. 1:15 ночи, универмаг Две Сосны. Ладно. Это мои часы сработали? Да, сейчас 8:00. Отлично, мой эксперимент удался. Они все отстают точно на 25 минут. Минутку, док. То есть сейчас 8:25 утра? Черт! Я опоздаю в школу. Выбирайте мэра Голди Уилсона.